город Самара. Вот там вокзал. Я решил прогуляться. Правда, холодно сегодня. Что делать? Может, сейчас легко. Вот это здание тоже относится к РЖД. Улица, которая идет от вокзала. Название, может быть, это кошка какая-то тут. Лебница. Это какая-то торговая марка. Давай сейчас я помогу с вами за зами, Олег. Олег, как там? Вот понятие. Тоже какое-то старинное здание, старинное, да? Лес, вот впереди гудок. Большой магазин. Да, здесь слышу трамвайные линии. Самара, недалеко от вокзала Самарского железнодорожного. Вот тут большой торговый центр Гудок. Ну, наверное, имеется в виду паровозный гудок. Кстати, там за этим торговым домом, сзади там проходят железнодорожные пути. Пойдем посмотрим.
наверное, реставрация, да, будет внутри большого магазина «Гудок» или торгового дома. Ворот Самана. О! Интересная такая. Съемка. Буковки. Д лежит, Г стоит. Вот буквы. Г-У. Д лежит, и на нем сверху О. И К там с торца. Интересный стиль, видать новый, здесь практически ничего нет. +1.